Купила на сайте Шиншилка своей собаке лакомство. Это фирма Trixie, производство Германия. Очень выгодно брать в таких вот ведерках. Здесь 500 грамм, цена очень приемлемая. Выгоднее, чем просто в маленькой упаковочке брать. Взяла три вида разных. Здесь ягненка, такие вот сердечки. Здесь ягненок, лосось и курица, такие маленькие косточки. И здесь телятина, ягненок, лосось и курица, вот такие вот сердечки. Очень удобно брать с собой на улицу за команду какую-то, либо какое-то поощрение, либо просто побаловать собачку. Сейчас покажу. Дата на всех упаковках написана, до которого можно использовать. Вот такие вот сердечки. Вот это вот такие вот маленькие-маленькие косточки. И вот эти побольше. Такие вот. Это лосось, наверное, курица, ягненок. Вот такие вот. Наши собаки очень нравятся. Хочешь такую косточку? Держи. Такую. Нельзя. Нельзя. Можно. Вот такие тоже. Очень маленькие, удобно там за какую-нибудь команду. Хочешь? Нельзя. Можно. Можно, кушай.